Совет по стратегическому развитию обсудил сегодня реализацию приоритетных проектов на территории Чувашии. Одно из основных направлений – формирование комфортной городской среды. Этот проект заработал в России лишь в прошлом году, но результаты уже заметны. Президент России Владимир Путин в указе о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года обозначил ряд целевых показателей, на которые необходимо выйти для обеспечения гражданам более высокого качества жизни и комфортных условий. Разработана стратегия, включающая в себя 12 приоритетных проектов по всем направлениям социально-экономического развития. Чувашия активно включилась в работу. По отдельным направлениям мы вместе с вами не первый год уже работаем. Есть отдельные, на самом деле, сильные стороны и отдельные такие позитивные результаты, которые дадут нам дополнительные стимулы с привлечением федеральных инвестиций для того, чтобы еще лучше создать наиболее комфортную среду для наших жителей. В федеральных министерствах тоже соответствующая работа проводится, ничуть ли в круглосуточном режиме, и все министерства, министры проводят свои совещания в режиме видеоконференции, приглашает на 1-2 дня. И прошу всех ехать туда подготовленные для того, чтобы представить соответствующие предложения. Обращаю внимание органов местного самоуправления, от вас во многом зависит представление первичной документации, первичных материалов или хотя бы мероприятий, которые мы будем реализовывать в течение 6 лет. Один из приоритетных проектов – формирование комфортной городской среды, направлен на системное повышение качества работ по благоустройству и развитию инфраструктуры. Одновременно программа решает несколько задач, в частности, вовлечение жителей в управление жилищно-коммунальным хозяйством. Что благоустраивать в первую очередь, решают сами горожане путем рейтингового голосования. Одной из первых в проект попала набережная Волги в Чебоксарах. Я рада, потому что он нуждался в ремонте. То есть у нас теперь, по крайней мере, в той части, как в Рио-де-Жанейро. Всего же участниками проекта формирования комфортной городской среды в прошлом году стали 9 муниципалитетов. Финансирование превысило 300 миллионов рублей, и большая часть средств поступила из федерального бюджета. Прошлогодний опыт участия в программе показал, это одна из самых востребованных форм работы. В 2018 году на формирование комфортной городской среды Чувашия получит около 270 миллионов рублей. Планируется благоустроить 44 дворовые территории, 24 общественных пространства, 4 парка. Еще одно направление повышения качества жилищных условий – капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. За последние 3 года в республике отремонтировано более 1100 домов. В очереди на ближайшие 7 лет еще 2000 с лишним. Кроме того, президент России поставил задачу увеличить объем жилищного строительства. В Чувашии планируют к 2024 году выйти на цифру 1 миллион квадратных метров. Потенциал для достижения таких показателей республики имеется. И комплексная застройка территории на сегодняшний день в республике осуществляется на площади порядка 2000 гектаров с планируемым жилищным фондом порядка 7 миллионов квадратных метров. Мощности предприятий индустриального домостроения республики сегодня могут обеспечить строительство более 1 миллиона квадратных метров жилья в год. Предусматривается и увеличение числа выдаваемых кредитов до 29 миллиардов рублей. Ожидается, что с помощью государственной поддержки смогут улучшать жилищные условия порядка 4000 семей ежегодно. И в 2024 году их должно стать в общей сложности 24 тысячи человек.